пошел. Сейчас вернусь. Будь дома и сейчас приду. Я недолго. Куда-то уходит, да, мышь? Мяу. Ой, кот, ты, я не могу. Все, только папочка вышел. Только за порог, он сразу кря-кря. Куда ушел, малыш? Оставил тебя одного. С собой не позвал. Зайка, там жарко. Я не буду даже открывать. Тут кондиционер не справляется с такой жарой. Иди по окошкам смотри. И тут не видно, да? Как же быть? Иди в окошко его посмотри. Ну он же недалеко ушел. Он тут рядышком. По делам пошел. Недовольный ты, да? Крайне недоволен, что тебя с собой не взяли. Голос поприятнее сделай, ты же умеешь красиво мяукать. Солнце мое, там дышать нечем на веранде, малыш. Ну тут просто нечем дышать. Докричаться до него? Да? Пусть папа услышит, пусть папа придет. Пусть папа тебя непременно найдет, да? На улице плюс 33. Кошмар. Это в тени. Ну топчись, ходи, ищи, туда-сюда. Да, зови, ищи. Нет, не идет. Не слышно? Мусюнь, не слышно? Зай. А если он один в отпуск уедет? Что же ты делать будешь тогда? Вот так вот прямо тосковать будешь. Вот так вот прямо тосковать. И места себе не находить. Все. Чему, зайка? Скоро придет, не волнуйся. Скоро придет и заобнимает тебя. Боже, какой ты преданный, а, малыш? Ты же просто невероятное что-то. Еще он, что мой сладкий. Пришел и мимо прошел. Ты не понял, да, что это произошло? Только же я жду-жду, а ты пришел и мимо прошел. Может, это не он был, Мэйс? Ah!
Что такое? Что так встрепенулся? Целовать пойдем? Давай целовать. Ты же так скучал? Скучал? Пойдем целовать. Целуть. Идешь? Идешь целовать? Вот, целовать. Иду, скажи, конечно, иду. Вот. Зацелованный? Чудушка. Довольный? Можно спать ложиться. Че, караулили? Угу. Все, я разобрался с бумажкой. Довольный? Ну, слава Богу. Папа дома. Вот так вот, да? Рад вот так. И счастлив. Масяня, не выходи туда. Слушай, давай, наверное, гербочку домой забирать сюда. Там 35. На солнце еще хуже, ветра нет. Мы с Мэськой можем уйти туда. Я с ним посижу, чтобы этот не ругался, не истерил. Вот. А Герду сюда пригласить, хотя бы в гостиной. Пускай хоть немножко перекурит тут 5 минут. Мэсь, ты не против? Мэсюш! Я вас не знаю. Ты не против холодом поделиться чуть-чуть? С Гердусечкой. Холодом поделиться чуть-чуть. Да? Можно. То есть выручишь сестренку. Она там в тенечке на улице, смотрю, лежала, да? Да, да. Ну там и в тенечке, не в тенечке. Там в тенечке плюс 35. На солнце я не знаю. Я даже не хочу представлять. Пойдем, наверное, с тобой наверх. По тут кондиционер. Девчонкам нижний отдадим. Да. Пойдем под пацанский кондиционер. Будем делиться поровну. Под пацанский кондей пойдем, что ли? Под реальный, под крутой кондей. Давай. Моща. Пойдем? Вот и хорошо. Все, ну пойдем.